Drodzy rodacy, witam wszystkich. Mam na imię Michał, urodziłem się w Rosji, w Saratowie. Teraz mieszkam w Kolumbii. Jestem nauczycielem języka niemieckiego. Bezsporne, Wigilia, или La Noche Buena, как здесь это называется, это самый главный день в году. Конечно же, это семейный праздник в первую очередь. В Колумбии существует такая традиция, которая называется Novena. Novena от слова 9, то есть 9 дней перед Рождеством, начиная с 16 и до 24, семья собирается вечером и молится. После этого поются виянсикус, то есть рождественские песенки. Вот. И получается 24 числа, это последняя новена, самая главная новена. И после молитвы начинается вкушение еды. Бывают типичные колумбийские блюда, как буньюэлос, такие маленькие шарики с сыром, либо натия, такой пирог слоеный, перниль де сердо, разные копчености и прочее. И a todos les deseo feliz Navidad y el próspero año nuevo. Cześć!